Привет, ребят. В общем-то, начинаем Новый год с нового контента. Короче, есть такой донатер. Кислородный у него ник. Он заходит и частенько закидывает стримерам очень большие суммы. И однажды моей сокланше игроманочке кинули челлендж на 30 тысяч рублей, чтобы выполнить который она позвала меня. Добрый вечер. Костя, ты самый давай, лучший дальше. Глава давайте. Клана. Спасибо, закатки. Давайте покажемся. Я не могу просто, я не знаю, блин. Вот, ну как вы можете понять, с этим челленджем мы справились. Ну и в общем-то на днях я получаю следующее сообщение. Кусь, давай по полной сыграем. Я даю тебе несгораемые 6к рублей и 7 челленджей. За каждый выигранный челлендж текущая сумма будет увеличиваться в полтора раза. То есть выполнишь один челлендж, сумма будет 9 тысяч, то есть 6 умножено на полтора. Выполнишь 2, будет 13,5 тысяч. И так далее. Выполнишь все 7, сумма будет примерно 100 тысяч рублей. Ну и вот, собственно, список челленджей. Выиграть РМ только убийствами в голову, выиграть РМ без смертей, выиграть РМ без единого выстрела. Разрешается использовать гранаты, мины, ножи и дефы. Выиграть РМ с 5 поломанными до 1% метовыми пушками, лига не ниже алмаза. Выиграть РМ с пистами по классу, к примеру, метлу пара, снайпер, матеба и так далее. Лига не ниже алмаза, опять же. Выиграть РМ, в котором каждый раунд, каждый из вас будет играть 1 против 5. Ну, то есть, мы играем 1 на 5, просто каждый раунд играет новый человек. И таким образом нам нужно выиграть катку. Седьмое, лично тебе выиграть 1 в 5 с коперхедами. Количество попыток не ограничено. Если лига указана, она не имеет значения. Ну и на все про все есть неделя. Я пишу: привет, а можно 6к просто, ну, без челленджей? Они же несгораемые. Он пишет 6к или 100к, или не по силам. Я пишу: выбор очевиден, мы беремся. Ну, короче, как вы можете понять, контент вас ждет бомбезный. И с одной стороны кажется, что они слишком легкие, а с другой стороны, если вот прям глубоко задуматься, то они кажутся невыполнимыми. И сегодня мы начнем, пожалуй, каждый раунд мы будем играть 1 против 5. Устраивайтесь поудобнее, берите что-нибудь себе пожевать, потому что ролик будет интересным. Приятного вам просмотра. Не забывайте про ссылочку в описании, по которой можно забрать себе комплект топового снаряжения и неплохих пушек. Новички там же могут зарегаться, и те, кто не заходили больше месяца, могут забрать себе все то же самое. А потом можно перейти по второй ссылке в описании, и там за выполнение задания получить скидку 60% к первому платежу. На любую сумму. Это так-то очень выгодно. Собственно, начинаем. Карта лютое дерьмо, тут даже и не поспоришь. Давай Ванька пробует, не заходит и сразу скипай. Бомба установлена. Ну, найс! Ну, это 1 в 4 всего лишь. Не, этих можно, можно. Не, мужик, а стой! Ты по спинаши. Ебать, это больно. Ну все, с квадрата лево зайди. Вниз. Квадрат заходит, двойка. Ну, а еще там же. Что делаю? Давай, у нас ласт, у нас ласт. Вань, 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 вань. Хороший. Моя очередь, да? Давай, Кисан. Взорвите один из объектов противника. Не призапомнил. Кидаю гранату. Спина идет, спина. Наш. Авик. У вас близко? Он уже у тебя. Сюда! Поехали! Мишань, ты должен тоже, блин. Давай, чтобы не выделяться из толпы-то. Пошел! Блядь! Я думал, я его убил. Нормально, Роман, пошел. Поставят, потом не выиграешь. Охуенно. Понятно. Что-то по-ёбски вы вышли. Бля, так обосраться! Это надо постараться. Хорош! Не дай трубку. Один с двойки, один с двойки. Тихо. Медик? Не знаю. Не медик. Нет, тут тормовик. Да. Найс. Упали, упали. Да. Хорош!
Блин, очень дерьмово, что у тебя матеба. И я, блядь, пиздец спотею, блядь, чтобы выиграть эту хуйню. Все, я пошел, я тебя услышал. Я сейчас прыгну. Ебать, он мне не может голову дал. Нет, я не буду. Я проебал все, что можно было. Вот этот жесткий базар ноль. Хорош, там же труп снайпера. Резать буду. Блять! Ну что, свапай капушку. И казалось бы, выиграть 1 в 5 каждый по очереди на бронзе очень легко. Но сейчас подбор работает таким способом, что всегда тебе ищет скобочку, ну ладно, в 90% случаев. И ребят, соответственно, со связью. И нам почему-то кидало лигу выше, чем у нас. То есть не бронзу нам кидало, а серебро, иногда даже золото. Ошибка. Не, да. Меня а, ну это апельсин. Тын-тын-тыр-дын-тын-тын-тын. Ах, тяжело. А, нет, там всё. На спектрах можно нахуй. Там на спектрах и еще есть прокачанные нахуй. Все, нахуй, хватит на сегодня. Да нет, ну реально, я заебался, честно. Ребят, без обид. И вы даже представить себе не можете, сколько матчей было сыграно. 14 миллионов 625. Сколько победных? Один. Один. Тихо. Ты чё? Или рывок. Хорош, Стёп. Я думал, они сейчас... Я думал, они сейчас пойдут просто типа двойку, потому что их на единица от три уже, я понял. Они третий раз подряд единицу, ну копер. Но они не знают, что тут еще один копер. Прими. Невероятно! У нас нет сверху. Тут зло находится, я его бачу. Бомба установлена. Ну конечно, Маугли три раза мисанет. А у меня первый попадет. Старая, старая. Найс. Вот им инженер. Блять, трупов тоже. Оба с нашей идут. Один уже в арке, один на банане. Я
Один, один, двойка может все. Он на нашей. Бомба установлена. Не бегай, не бегай. Не бегай. Он к тебе бежит. Команда нормально. Противника разбита. Good job, my friends! Чё, с первой? С нуля перезаел? Да, да. Задавить. На средства один человек. Быстро не звезды. Да ё-моё. Бейте меня нахер, я не хочу. Саша, респ... парапет. Парачи. Ну как же они пролетают? Боже. Типа я все попадаю. Победа за нами. Выиграл, я вообще молодец. Или умирать дай больше. Я все смонтирую, типа все с первой попал. Ты куда пошел сидеть? Я сейчас. Моя очередь умирает. Нет, не Маугли унесет. Мешки. Ну, большая все. Лестница. Смотри, Костян, он даже бомбу не поставит. Он просто лишь. Опа. Опа. Я, конечно, ой, где? Я думал, сейчас планшотник. Что, полезешь мне больше? Граната! А в квадрате он на мусоре. В квадрате он на мусоре? Это так звуки да. В квадрате отображают? Он не успеет поставить. Он под кад уже. Он не успел поставить. Заби. Есть чемпионы! Чемпионы на месте! Пауэрренджеры в атаку! Кринж, конечно, знатный. Это вообще знатный кринж. Ну прям кринж кринжовый. Вчера какие сопы были? И какие сопы попадаются сегодня? Это вообще небо и земля. Сегодня с первой регнули и с первой выиграли. И это не потому, что тут интейл у нас. А потому, что там реально бобры Степа позволяют себе выстреливать одну обойму в одного чела. И его не убивают, понимаешь? Серебро, это было серебро! Сравнить серебро, которое было вчера, которое там СК, как там СК? Не, да, вчера пацаны старались. Он да нам... Вчера монстры какие-то были, ёпт. Так лица сносили вчера. Ну реально.